саженцы смородины черной орловия, либо с нигром, станут сильнорослыми, среднераскидистыми кустами. Орловия относятся к многим сортам с ранними сроками созревания. В силу приживаемости саженцев и их неприхотливости к качеству почвы и климату они выращиваются практически на всей территории России. На каждой кисти растения будут расположены 4-5 ароматных ягод. Вкус у них кисло-сладкий, применение универсально. При правильном уходе с куста можно будет собрать около 1 кг плодов. Заслуженно популярный и поэтому широко распространенный сорт орловия гарантированно порадует хорошим урожаем. Смородина черная орловия – это многолетнее растение. Смородина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола смородина черная орловия можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. Расцветает смородина черная орловия в месяц май-июнь. Цветок окрашен в желто-зеленый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме трехлопастный. Смородина черная орловия имеет ранний срок созревания. Обратите внимание, что смородина черная орловия – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.